Это письмо лично для тебя, моя девочка. И когда твою жизнь будет атаковать черная полоса, прочитай его. Почувствуй особый ритм, что я сердцем вложила в него. Возьми себе за правило позволять такую роскошь, как уважение и любовь к себе. Да, ты не ослышалась. Именно к себе. Не разменивайся ни по-крупному и уж точно не по мелочам. Пойми, людей ценят, когда они наполнены любовью, в то время как пустых, плюющих на себя, свои принципы, свою жизнь ради других, обходят стороной, добавляя лишь грязь в их души. Поэтому наполняй себя до самых краев, наслаждаясь жизнью. Сметай в дальний угол сознания комплексы, расправляй свои крылья, лети. Избавляйся от старого хлама и в доме, и в жизни. Не бойся говорить правду и старайся сама не жить во лжи. Если человек дерьмо, не стоит заигрывать с ним в кошки-мышки. Рано или поздно все может плачевно закончиться. Не бойся отказывать, особенно тем, кто с тобой явно ради выгоды. И случись с тобой, что-то тебя не вспомнит. Обходи острые углы в различных ссорах. Умей промолчать там, где необходимо. Дыши полной грудью. Улыбайся, милая. Смейся назло ветрам, врагам. Не отказывай себе в маленьких слабостях. Хочешь сладкого – съешь. Хочешь петь – не стесняйся и пой. Хочешь танцевать – так делай это от души и плевать, что со стороны это кажется нелепым и смешным. Тебе вообще должно быть наплевать на тех, кто завистливо причесывает языками красную дорожку, по которой грациозно плывет твоя фигура. Люби себя, моя девочка. Шагай уверенно, знай, вся нечисть сама боится, осознавая твою силу. Живи своим умом. Не стоит стараться быть хорошей для всех. Помни, всем не угодишь. Их кому-то ты все равно станешь попой. Перешагивая через свои интересы и желания ради комфорта других, ты ступаешь на чужую дорогу жизни, разбивая ноги в кровь, постепенно теряя себя. Самое дорогое в этом мире у тебя есть – это ты. Цени свое время и в этом времени цени себя, впитывая каждую секунду. Никто, девочка, не проживет эту жизнь так, как хочешь именно ты. Никто, кроме тебя. Ты справишься.